Приветствую всех на канале. В прошлом видео я показывал, в каком состоянии пришел бампер. Сейчас будем ставить сюда сетку. Для этого нам нужно вот эти направляющие снять, которые направляют поток воздуха, после чего мы сможем добраться полностью до этой решетки. Так, вот эти пластиковые заглушки я снял. Единственное, конечно, очень надо аккуратно все это делать, чтобы не сломали крепление. Для покраски снял переднюю саблю. Сейчас то же самое проделаю с теми частями, которые на противотуманках, потому что они обе с коцками. С этой стороны у нас туманки нет, поэтому доступ к защелкам присутствует. А слева у нас есть туманка, поэтому просто придется ее открутить. Смотрите, какая мысль пришла в голову. Вот это серое буду красить, либо вот у меня есть пленка, вот такая, она цвет такой же, но даже немножко поинтереснее. Он металлический и с текстурой такой. Продолжая тему кухонного тюнинга, нужно приводить бампер в порядок и комплектовать его. Туманка вот пришла у меня, в Польше заказал. Сейчас поставим ее на место. Так, вроде как состояние очень даже достойное, практически новое, даже особо пескостроя нет. И устанавливается она таким образом. Вот она ставится сюда, электроотвертка села. Здесь поставил с этими штуками, остались у нас штатные саморезы здесь, здесь. На новой противотуманке у нас стоят два штатных самореза. В принципе, все зеркально, все как будто так и есть. Ну, вот эти, естественно, по возможности я поменяю на штатные, но пока в таком виде соберу, чтобы туманка у нас вот стояла на своем месте, чтобы ничего не болталось. Теперь можно приступить к сетке. Вот такую я приобрел, самую мелкую. 1 метр на 25 сантиметров. На авторынке стоило 400 рублей. Крепить, я думаю, стяжками. Вот взял самые маленькие. И, естественно, я не буду продевать это все насквозь, потому что петелька будет видна снаружи. Я сделаю это вот таким путем. В самой соте я сделаю небольшое отверстие в середине и зацеплюсь за нее петлей. То есть, в принципе, тяжки снаружи видно не будет. Брал две решетки, но, в принципе, я думаю, хватит и одной. Она здесь впритык хватает. Ее немножко остаются, конечно, отверстия. Наращу немножко здесь. Вот так по форме получилось. С вырезами в местах, там, где идет крепление. Пришлось немножко повозиться. Закрепил я все стяжками. Вот такие стяжки, 100 штук, нейлоновые, 100 рублей. В некоторых местах пришлось закрепиться строительными вот такими шурупчиками. Скажете, колхоз, конечно, но этого никто не увидит. Закреплено все нормально, надежно. Сейчас вот эти сопли, так называемые, пообрезаю. Поставлю сюда направляющие. Дырочки вот проделывал дремелем в каждой решетке. Примерно на середине делал дырки. Поставил направляющие, все села на свои места, защелкнулась по периметру. Отлично. С одной стороны, со второй стороны. Сейчас переверну, покажу, как это все снаружи будет выглядеть. Ну вот как получилось с внешней стороны. В принципе, если только приглядываться, крепление этих стяжек видно. Но это только если присматриваться. Напишите, может, если знаете другие варианты. Ну, хотя я переделывать, естественно, не буду. Сюда, как говорится, и муха не пролетит. Вот эту часть планку я снял. Возможно, буду перекрашивать вот эти вставочки. Тут зашкурить их. Поклевать, не знаю, надо будет или не надо. Перекрашу это все. В принципе, бампер будет готов к установке. Если вам ролик понравился, был полезен, поставьте лайк. Не понравился, дизлайк. Напишите комментарии. Всем удачи. До новых встреч. Пока.